главы Чувашской Республики. Впервые Олег Алексеевич представил свою программу послания Государственного Совета Чувашской Республики. Действительно, программа и вообще само послание, оно обозначено для людей, прежде всего, да? И в начале выступления было сказано о здравоохранении, много об образовании, о спорте. Но самое главное, я считаю, что все-таки это создание рабочих мест. Это очень важно для нашей республики. Я уверена, что все те проекты, которые я обозначила сегодня именно в послании, будут реализованы. Но мы, как депутаты Государственного совета, Чувашский парламент, готовы все инициативы в рамках реализации послания главы Чувашской республики поддержать и уже на будущей сессии при уточнении бюджета уже все суммы заложить и в бюджете Чувашской республики. Но самое главное для меня ценно было сегодня то, что глава Чувашской республики Олег Алексеевич обозначил именно материальную поддержку детей войны. То, что мы все фракции в Государственном совете Чувашской республики в прошлом году поддержали, внести, и глава Чувашской республики этот проект тоже поддержал, он сегодня уже обозначен, и сегодня мы услышали все-таки категорию детей войны, оно будет поддержано в виде освобождения от коммунальных услуг. Это очень здорово, мы надеемся, что люди все-таки почувствуют облегчение. Мы будем стараться, чтобы это все надать на закрепление. Что же вы сказали?